По словам очевидцев, автомобиль двигался по крайней правой полосе. В какой-то момент водитель выехал на обочину, затем его вынесло на остановку с людьми. На пути у несущегося автомобиля оказались десятки людей. Кто-то успел отскочить в самый последний момент, но не все. Очевидцы находились в шоке и долго не могли прийти в себя. Вот где девушка, там он на переходе стоит, он девушку одну цепанул. Ногу сломал, переломал. А потом вот где-то вот здесь вот парня и женщину пожилую цепанул. Пострадали 5 человек, все госпитализированы. 3 человека получили тяжкий вред здоровью. Один парень 89-го года рождения находится в критическом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи. Водитель имел просроченное водительское удостоверение. От него шел запах алкоголя, от места вести отказался. Работавшие на месте сотрудники Следственного комитета обнаружили в автомобиле пивные бутылки. С них были сняты отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело. До суда водитель будет находиться в изоляторе УВД. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Евгений Лазаев, новости НТР.